Добрый день! Сегодня у нас будет такой лайтовый, совсем небольшой выпуск. Просто покажу вам котеек трассы здоровья. Не могу их обойти стороной. Сегодня будет самая максимальная концентрация их. Вот он наш первый кандидат, красавчик. Лежит, возлегает возле моря, отдыхает. Да, сегодняшний выпуск я назову «Котячий рейд». Как вы видите, в Одессе все спокойно. Тьфу-тьфу-тьфу. Инфоповодов особо нет, поэтому буду снимать сегодня котеек. Ну, а скоро у меня будет, возможно, поездка в Киев, и я тоже для вас ее обязательно сниму. Думаю, для многих будет интересно посмотреть вообще, как сейчас можно из Одессы съездить в Киев. Опасно, небезопасно ли? Посмотрите, еще здесь у нас один красавчик такой, персиковый кандидат. Давайте пишите в комментариях, какой котейка в сегодняшнем выпуске для вас будет самым-самым красивым и интересным. Вот так вот моются. Наши одесские коты, они такие, любят быть в форме. Так, ну, здесь у нас, видите, стоит такой рояль, но он не в кустах. Пианино. Как вы видите, поколение открытых людей здесь написано. Кто знает, кому принадлежит это сочетание слов. Такой у нас здесь полевой вариант есть, посмотрите. Любитель травки сидит, котеечка. Да, в конце выпуска обязательно оставлю для вас сегодня пазл. Тоже угадывайте, где это снято. И вообще, что это за ситуация? Чего вдруг вы видите то, что вы видите на экранах? Ну, вот здесь у нас такой котейка, который срамязливый, побежал куда-то, чего-то он боится, бедолага. Многим людям кажется, что коты, они все одинаковые. Ну, посмотрите, ну вот все эти котеечки, которых я вам сегодня показываю, они абсолютно все разные. Посмотрите вот на этого. Ну, этот вообще какой-то грустный, о чем-то думает. Может быть, какой-то кот-поэт, я не знаю. А вот это вот, посмотрите, ржавая, маленькая, побитая кошечка. Не забывайте про котеек, приходите на трассу здоровья и подкармливайте их. А можно и не на трассу здоровья. На трассе здоровья, скажу честно, немножко наглые коты, их очень много закармливают. Так, не забывайте про котов в своих районах, обязательно подкармливайте их. Вот, видите, канатная дорога работает, все в порядке, правда, судя по всему, недешево. Вот на этой группировке котеек, таких пацанов серьезных, мы закончим сегодняшний такой коротенький выпуск, дежурный. Просто решил отметиться для вас, показать котеек и сказать, что со мной все в порядке. До свидания, до следующих выпусков. Вот Камилия, кстати, вы знаете, да, кто читал мою книгу, которая называется «Цветы зла». Это вот Даяда я написал давным-давно, еще 2007 год. Там была такая девушка Камилла. И вообще у меня вся книга, она вот крутится вокруг ромашки. Мне очень нравятся ромашки. Это очень, мне кажется, ну, из таких недорогих цветов, очень стильно и со вкусом. Вот у меня даже татуировка там на этой книжке, на обложке, татуировка с ромашкой. Написано «Камилла». Вот как-то так.